Всем, ребятки, привет. Не знаю, как тут меня слышно. Сруб рубится, работа кипит. Пилы работают, фуганок. О чем я хотела сегодня с вами поговорить? Случилась, значит, вчера такая беда. Душа моя не хотела кормить поросят. Не ложилась, огрызалась на них, кусала их, бросалась на них. И не ела сама при этом. Ну, к чему я пришла? Стала давать ей более вкусную еду. Стала добавлять коровье молоко, рыбий жир. И перешла на трехразовое питание. Потому что я сегодня заметила, что поросята все были в этом корыце. Значит, они начинают кушать. И как бы питание должно быть соответствующее. Поэтому я стала размачивать комбикорм, тереть на крупную терку картошечку вареную, значит, и запаривать муку. Вот. И эта запаренная мука с комбикормом, с картошкой, с молоком. Вот они вот это вот. Она с аппетитом стала кушать, Зуся. Ну, соответственно, раз с аппетитом кормит, значит, с аппетитом то и должно быть молочко у нее для поросяток. Ну, поросятки не выглядят голодными, худыми. Они такие толстенькие. Ну, правда, это еще только один день такого произошел. Неприятностей. Но я думаю, дальше все будет хорошо. Вот, она встает, и они за ней сразу. За сиськой. Дуся моя, дикий кабан, натуральный. Только хвост крючком беспокоит ее немножко. А, еще. Сделала вот тут такой навесик отдельно, чтобы поросята там в дырочку могли пролазить вот здесь вот. И поставила корыце с комбикормом и чистую водичку, чтобы они могли отдельно что-то еще употреблять. Ну, я думаю, что мы вырулим. Все будет хорошо. Так что, ребята, ну, а сейчас вот наблюдаю, как она тут с ними. Все, вот сейчас она уляжется. Ну, и они будут бродить по загону. Кто в корыто, кто в то корыто с комбикормом, кто в это корыто. Я распереживалась, расстроилась. Ну, слава богу, что она сегодня вот три раза с аппетитом покушала. Я видела, что накормила малышей. Вот. Ну, даст бог, все будет нормально. Что ж, ребятки, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, если кому-то не понравилось. Всем всего хорошего, добра, мира, удачи, пока-пока.